Tak. Да, астероид. С двумя взрывными пушками и короной взрывов. С двумя взрывающимися пушками. Я даже знаю, какими. Я знаю очень хорошую комбу с этими пушками. С определенными пушками. Киолс, привет. Гринвейт Вертик, привет. Дабл гранат лаунчер. Но это слабовато. Дабл гал. Да, это будет забавно. Надо ли мне триггеры? Наверное, нет. Так как оружие взрывное. То надо будет это самое. Взрывное оружие, как правило, быстрое. Но без должного АОЕ эффекта. Ну, как бы оно АОЕшное, да, но только там, где взрывается. Это не какая-нибудь там плазма. Или болты. Конечно, вены. Забег с двумя взрывающимися пушками без вен? Серьезно? Вены? Где у тебя аутисты? А, ну да. Это какой-то челлендж. Я как минимум нескольких человек знаю, кто впервые убил трон за астероида с двумя взрывающимися пушками. Потому что они экономные и мощные. Потому что гранатомет это очень штука хорошая. Она недооцененная. Это одно из немногих оружий, которое очень долго тащит. Я бы не отказался от стресса. Я, наверное, зря это сделал.
Очень зря. Очень зря это сделал. Ну и ладно. Привет, Альт. Нога, наверное, получше затащит. Собака такая, не-не-не, я бы отсюда. За стероида с липким весело бегать на самом деле. Зачем мне мускулы сейчас? Я с обзорным оружием. Оно по определению незатратное. София сама. Порк-чамп. Спасибо тебе за 10-й месяц. 10-й, ёб твою мать. Это же самое большое число, да? Я не помню. А у нас были 11-е? Чат, где ваш спам? Чё только один человек? Автофлейм. Хотя... Ну ладно. В пустыне без него будет очень плохо. Смотри только, что у нас тут есть.
Че я патроны не взял? Ну чё, let's go. А что больше урона может нанести? Липкий? Или базука? У базуки есть контактный урон, как бы. Серьезно, я чуть-чуть опоздал. В смысле, наоборот, подпишу. Липкая граната настолько далеко стоит, что не активируется от базуки. Гатлинг базинга. Сложный выбор. Чё взрывное такое может быть? Для чего может потребоваться триггеры? Нюк? Нюк. Нюк — это классно. Да. Супер базука, да. Ну не знаю насчет супер базуки. Мне не особо супер базука нравится. Погодите, что? Я же ее как бы пинаю. Странно. Я думал, молот по гранате, когда попадает, он срабатывает. Где второй-то? Что-то я переборщил. Oh,
А граната липкая может в щит налипнуться? Наверное, нет. Наверное, она отскочит. ХД. У Липкова такая беда, что у него дамаг маленький. На данный момент это вообще не особо полезная пушка. Вот давай не надо сливаться, ладно, на собаке. Все, я убил ее, я преодолел проклятие. Надо, наверное, этот гипер во вторую руку. Я и не видел, что у меня мало хп. Упс. Нормально.
Ведь увидел, что это мимика. Я в лабах просто, меня выебут сейчас. А хотя нет, все нормально. У меня есть мега-комбо. Липкая граната плюс. Плюс базука. Неплохой радиус получается. Да и крови-то нету. Вы знали, что этот билд милишный? Может, мне лучше гранат-шотган? Но у него радиус маленький.
Достаточно вопросов не будет. Это я тебе гарантирую. Не, если ты хочешь викторину из говна и палок, то это не ко мне. Я не собираюсь кормить вас говном. Потому что мне уже столько предложений присылали, типа... Ой, давай вопрос, короче. А, это самое. Блин, я забыл. Сейчас скажу. Сейчас я скажу, как этот вопрос звучал. А, во! Что нанесет больше урона? Выстрел с тяжелого арбалета или два выстрела с обычного? Или... Являются ли вены модификатором оружия? Блин, я не знаю ответа на этот вопрос. Может быть, вы знаете. Является ли вены модификатором оружия? Интересно, сколько вариантов на этот вопрос? В смысле, ответов. Так сложно найти этот ответ, да ведь? Ганс, так это ты, что ли, мне эти вопросы присылал? Потому что следующим сообщением именно вот это было, то, что ты мне сейчас написал. Это даже на шутку не похоже. Это формулировка. Не, Ганс у меня подписан, а этот у меня не подписан.
Да не ганс, это не ганс. Алло, бандиты. Не получилось по-ровному. Задели пару раз. Рыбка.